Дамы и господа, следующий поединок, трехраундовый бой по правилам K1 весовой категории до 63,5 кг. В синий угол приглашается Иван Белосеров. Итак, поединок по правилам К1, или, в общем-то, К1 – это одна из разновидностей кикбоксинга. Иван Белозеров против Виктора Михайлова. И вот под песню, которая является музыкальным сопровождением на выход Сергея Ковалева, но, как выяснилось, не только, выходит, движется в ринг Иван Белозеров. Итак, вот, Виктор Михайлов из Челябинска. Выход бойца сопровождал такой красочный номер. И здесь вам и рэп, и элементы хореографии. Чемпион мира пока один. Серьезное достижение. Виктор Михайлов нас ожидает поединок весовой категории до 63 кг 500 г. Первый полусредний вес, и запланировано 3 раунда. Дамы и господа, итак, представляю вам соперников поединка. В синем углу ринга боец из города Соликамск. Ему 23 года. Рост 172 сантиметра. Победитель первенства мира. Профессиональный дебют. Иван Белозерцев. Его соперник в красном углу. Боец из города Челябинск. Ему 21 год, рост 177 сантиметров. Чемпион мира по K1, профессиональный дебют, Виктор Михайлов. Рефери в ринге Игорь Кулбаев. На середину. Поприветствовали друг друга. Внимательно слушаем команды рефери. Клич, захваты запрещены. Желаю удачи. Давайте поддержим отцов! Первый раунд. Тайм. Файт! Итак, первый раунд. Высокие, кстати говоря, для этой весовой категории ребята. 172 сантиметра Иван Белозеров и 177 сантиметров Виктор Михайлов. И у того, и у другого хорошая любительская карьера и профессиональный дебют. Вот в красных перчатках и хороший хай-кик – это Виктор Михайлов, вертушка и бэкфист. Уже с первых секунд раунда Михайлов вцепился, можно сказать, своего соперника Ивана Белозерова. Виктор представляет Челябинск, Иван Белозеров – Соликамск. В общем, Южный Урал против Западного, можно так сказать. Соликамск, если я не ошибаюсь, город в Пермском крае. Ух, хорошо сейчас, жестко работает Виктор Белозеров, простите, Виктор Михайлов. Бой продолжается.
Хороший амплитудный хай-кик. Не рискует, не рискует пока отвечать даже. Стоп, тайм. Иван Белозеров. Внимательно. Я так понимаю, был удар ниже ватерлинии, но чисто боевой эпизод. Извиняется Иван Белозеров. И продолжает прессинг Виктор Михайлов. Держим. Хорошее колено. В его исполнении мы видели. Оба. И держим. Фай. Клинчи запрещены в К1. О, хорошо сейчас жестко попадает Виктор Михайлов. И тут же пытается вязать его Иван Белозеров, но пропускает колено в стойке. В инсайде. Не встречает, не встречает Белозеров Михайлова. Спокойно дает тому подготовить атаку, подойти на удобную дистанцию. Два хайкика и затем лоу-кик от Михайлова. И колено в инсайде. Ну, в общем, пока в первом раунде смотрится Виктор Михайлов предпочтительнее, чем Иван Белозеров. Блокировал хай-кик Михайлов защиты и тут же пробил в ответ. Первый раунд позади. Итак, второй раунд. Виктор Михайлов против Ивана Белозерова. К1. Весовая категория до 63 килограммов 500 граммов. В красных перчатках и сейчас в атаке Виктор Михайлов, представляющий Челябинск. Местный герой. Его соперник Иван Белозеров из Соликамска в синих перчатках. Не меняется картина поединка, как и в первом раунде. В качестве агрессора и первого номера выступает Виктор Михайлов. Стоп, тайм! В угол. Врач, врач, врач. Рассечено ухо, я так понимаю. Вот в районе где-то уха. Чуть-чуть выше сечка у Ивана Белозерова. Врач разрешил продолжать поединок. И снова прессингует Виктор Михайлов. Больше, кстати, делает акцент на работу ногами. Гоняет по периметру ринга Виктор Михайлов своего соперника. И вот
Оказался Иван Белозеров на канвасе после удара. Вот попытался огрызнуться Белозеров. И, пожалуйста, бэкфист и два хороших хайкика от Михайлова. Мало-мало работает руками Виктор. С другой стороны, если у него получается на удобной дистанции бить ногами, почему бы, собственно, и не продолжать это делать? Тактика приносит успех. Мы видим, меняет стойку, встает в левшу сейчас Виктор Михайлов. Предупреждение Ивану Белозерову. Иван извиняется. Бой продолжается. Вот сейчас попытался Михайлова встретить. Иван Белозеров. Но так одним ударом навстречу и ограничилось все. И гонка по окончании раунда завершается с ударом Виктора Михайлова, который пока что, можно сказать, даже доминирует в этом бою. Гораздо больше выбрасывает он, гораздо точнее при этом. Итак, третий раунд. Поединок по правилам К1. К1 – одна из разновидностей кикбоксинга. Профессиональный дебют у обоих бойцов. В синих перчатках Иван Белозеров из Соликамска и его соперник Виктор Михайлов из Челябинска в красных перчатках. Гораздо активнее Виктор в первых двух раундах был. И постоянно агрессивно идет вперед Михайлов. Он свою тактику не меняет, тем более, что она приносит ему успех. Причем такой ощутимый, я бы сказал. Лоу-кик от Михайлова. Попытка бэкфиста в его исполнении. Ну, избежал здесь угрозы Иван Белозеров. Хай-кик от Михайлова, точно. Все время давит Виктор Михайлов, все время держит напряжение. И ощущение такое, что у него тоннаж ударов-то посерьезнее. Но, в принципе, он контролирует ситуацию. Вот сейчас открывается, по-моему, еще одно рассечение у Ивана Белозерова. Боксируем, не держим. Все получается у Виктора Михайлова. Абсолютно он уверен в себе. И, в принципе, все правильно делает. Не дает, что называется, дышать Белозерову. Постоянно поджимает. С учетом того, что Белозеров соперника не встречает. И есть время для того, чтобы подготовить и продумать атаку у Виктора Михайлова. Белозеров очень многое позволяет своему визави. Вот, пожалуйста, очень неплохо поджимает здесь. Включает руки в первых двух раундах.
мало работал по верхам руками Михайлов. Вот сейчас, пожалуйста, позволил себе взорваться двойкой. Здесь комбинация рука-нога в его исполнении. В глухой обороне Иван Белозеров даже почти не пытается перейти в контратаку. Вот сейчас хорошо в обод блока проходит хай-кик у Михайлова. Поединок окончен, и мы ждем официального объявления победителя судейского решения. На мой взгляд, Михайлов выиграл все три раунда. Выиграл практически в одну калитку. Ну, дождемся, что решат судьи. Господа, итак, судейское решение. Судья Яговитин, 30-26. Судья Матвеев, 30-27. Судья Хатчев, 30-24. Единогласным решением судей победу одержал Виктор Михайлов. Ну что ж, совершенно справедливое решение. Заслуженная и безоговорочная победа Виктора Михайлова. Поздравляем его с удачным профессиональным дебютом и уважение его стойкому сопернику Ивану Белозерову.